Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале «Совалмаш». С вами Александр Сударев, и сегодня мы продолжаем серию видеороликов про демилитаризованный БТР-80А. Сейчас вы видите, что нам поступили редуктора. Эти редуктора будут установлены вместе с асинхронными электродвигателями на каждое колесо нашего вездехода. Сейчас, в данный момент, наши специалисты работают над адаптацией присоединительных размеров, переходные пластины изготавливаются, и уже, скажем так, в модернизированном варианте все это будет устанавливаться в сам БТР. Вот сейчас на ваших экранах вы можете наблюдать, как разбирается часть редуктора. Здесь достаточно большая объемная пластина. Мы будем делать ее более компактной, уменьшать размеры, потому что в стандартном исполнении, если установить его на двигатель, то получается достаточно большая конструкция, которую нам необходимо укоротить. Вот, собственно, здесь вы можете наблюдать за тем, как изготавливаются переходные пластины производства Совалмаш. Они будут наборные, состоять будут из колец, вот из разного металла. Но я думаю, что финальный вариант того, как это будет выглядеть, мы вам сможем показать уже в дальнейших наших видеороликах. Ну, такое короткое включение. Как говорится, держим вас в курсе. Никуда не уходите, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте все необходимые колокольчики, лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Будем по мере возможности вам отвечать. До новых встреч и спасибо за внимание.